Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами развлекательный канал S&G, меня зовут Александр, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Так, почему у меня в руках люк? Я ведь там сделал люк. Да, сделал. Все отлично. Странно, почему у меня в руках еще один? Ой, не знаю. Так, чем мы займемся в этой серии? Тут все живы, здоровы. Хотелось бы приручить еще одну свинью. Опа, слизняк. Ну-ка, давайте разберемся. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, тварь. Иди сюда. Ах ты, блин, водяной. Я водяной, да? Давай, надо всех этих мелких тоже. Да ёп. Откуда ты взялся, крипер? Крипер опять. Опять крипер. Как же они меня веселят-то, эти криперы. Ремонтируем. Блин, надо эти дырки закрыть все. Вот так вот. Даже можно вот так вот закрыть. Наверное. Опыт, опыт. Почему туда вода уходит? Понял. Понял, почему? Тихо. Все, выровнял. Вот криперасты. Ну что, я думаю, надо заняться уже... Надо заняться забором. А то что-то меня уже раздражают эти криперы. Так, нужно покушать. Забор поставим вдоль дороги. И надо выход сделать на задний двор еще, к тому же. Как его сделать, я пока не знаю. Почитал ваше мнение насчет окон, пола и так далее, и так далее. Пол будет вот на этом уровне, то есть заменим землю полом. А не поверху, как я раньше думал, сделать вот именно на том, которого нет на уровне. Потому что уже многое что стоит, и менять это все не хочется. Просто понизим на один уровень дом. Так, как же сделать-то? Здесь окно. Можно сделать вот здесь выход. Прямо над кроватью. И кровать, возможно, здесь поставить. Так, так и сделаем. Наверное. Правда, заходишь, и тут кровать. Хотя, сразу и в постельку прыг спать. Так, давайте. Блин, топор заканчивается. Ну, есть еще один, правда. Оп. Закончился топорик. Здесь будет выход на задний двор. Это все тогда убираем. Слой ненужной земли нам. Семена опять. И нужно посадить, наверное, в этой серии еще сахарный тростник. Потом он нам понадобится для книг. Ну, для бумаги, для книг. Для зачаровывания предметов. Ну, то есть на книгу зачаровываешь. Узнаешь какое-то зачарование, и потом можно с помощью этой книги зачаровать предмет. Так. Кто там? Корова. Коров много у меня здесь. Так, давай, давай, давай. Так, чуть-чуть. А, нафига мне эти семена, уже не знаю, но все равно хочется их выкопать. От углов подальше еще окна мне говорили, чтобы сделать. Ну, не сделать, а советовали как бы, что так будет вроде как лучше выглядеть. А это что такое? Убрать. Есть контакт.
Верстак, верстак. Где наш ближний верстак? На кухне. Как ни странно. Дверь такая, где... Дверь делается вот так вот. Да. Двери будут на нажимных плитах, наверное, все-таки я сделаю их. Тоже читал этот комментарий. Но позже. Раз, два. Отлично. Правда, тут теперь могут долбиться к нам, прям спать не давать. Но ничего, будем разбежаться с ними. 24 факела. Хотя бы так осветим путь. Так, что у нас с забором? Давайте поглядеть. Один забор у нас всего. Ну, березовые доски, значит, пойдут под забор. Опа, и много-много палок, которые сейчас превратятся в мало-мало палок. Оп. Сделаю по максимуму. Лишние будут, уберем. Хотя я не думаю, что такие найдутся. Так, все, готово. 42 забора. Так, ну и ставим теперь. Ну, наверное, где-нибудь можно просто огородить. Хотя я здесь хотел сделать еще одно пастбище. Ну, допустим, вот здесь будет вход опять. Так. Так. Здесь, возможно, еще одно будет пастбище. Так что здесь убирать не буду. В смысле, ставить забор пока. Хотя можно, по идее. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Это я зря. Тут не вижу смысла, правда, забора. Все равно могут упасть с крыши подвала. Так, так. Да нахрена здесь забор, правда? Что-то я уже передумал. Да, 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 нахрена нам здесь забор? Здесь еще надо как-то тоже подумать, украсить. Не нравится мне, как это все выглядит. Вот здесь будет пастбище, я так понимаю. Нужно вход продолбить тогда. Вот здесь. Так, ну тогда... Тогда землей засыпем это все. Как-то так. И еще. Вот. Это будет, наверное, правильнее. Хотел заняться ограждением дороги, а занялся построением. Ай, ай-яй-яй. Неправильно. Загона. Но ничего. Блин, лопаты нет. Руками. Тогда придется это сносить тоже все. Ладно. Как бы опять какой-нибудь крипер не подошел сзади сейчас. Надо уже спать, ложиться, бежать. Но сейчас доделаем здесь. Так. Ну, как-то так. Как-то так. Все, бежим спать. Утро вечера мудренее, все дела. Что у нас на кухне? На кухне готов стейк, который мы отложим. Оставим себе 5 кусочков. Этого пока хватит нам. Тут ничего. Спим на новом месте. Ногами в дверь. По фэншую ли это? Не знаю.
Не увлекался. Так, никого нет. Там слизняк. Ну, слизняк-то ладно. Главное, чтобы не крипер. Угу. Так, здесь тогда тоже можно отстроить уже. Как раз и получится, что закроем все это дело. Так. Да, я люблю, чтобы ровные были прямоугольники. Тут загон будет побольше, похоже, мне кажется. Или кажется. Ну-ка вот так попробуем. Да, здесь побольше, конечно. А, нужно еще забор делать. Ой, промазал. Промазал я. Блин, да чтоб тебя. Тогда вот так вот. Отлично. Блин, лопату надо сделать. Слизняка слышу. Он там под деревом скачет. Вот так вот, отлично. Теперь к нам отсюда никто не подойдет. По идее, не должен. Хотя нет, не больше. Даже меньше получился. Загончик. Тоже тогда сделаем. Сразу. Источник воды. Наверное, сюда свиней запущу. Так. Ведро у меня где? Ведро у меня здесь или здесь? Да, здесь ведро с водой. Вообще надо бы в пещеру уже спускаться. Потому что заканчиваются полезные ресурсы. Железо, уголь. За этим всем нужно спускаться вниз. Так. Фермеру, конечно, будет надоедать, я думаю, если бы так прямо у дома были загоны для коров, для свиней. Но, тем не менее... Так, слизняк там все прыгает, надо его убить уже. Ну иди сюда, иди. Готовы. Все готовы. Так, ну это, конечно, все хорошо. Так, здесь будут, например, овцы. Здесь будут свиньи. А здесь тогда будут, наверное... А, курицы, по идее, так, если предположить, будет это логично, наверное. Да, причем тоже на один уровень ниже. Вот на этом, да. Мне кажется, получится неплохо. Так поднимаешься, у тебя тут сразу и курицы, и свиньи. Там свинья! Там свинья, ребята! Нужно пользоваться моментом. Только быстро за морковкой. Побежали, побежали. Морковочку берем. Побежали, побежали. Та-та-та-та-та-та-та. Свинюшечка! Так, нет криперов. Свинюшечка! Ты где? Пошли. Пошли, родная. Какие-то они маленькие. Заходи сюда. Отлично.
Так, ну все, впору разводить морковь. Сделаем из нее семена и посадим. Тоже грядку нужно определить, где. Где будет грядка с морковкой. Блин, земли тут надо много. Так. Эй. Ладно. Ну что, как-то так получается. Земля сейчас закончится, кстати. А, не, не закончится. На нее дофига. Как раз тратить надо. Ну вот и потратим. Тихо. Строительством решил окончательно заняться, да? Но отстроим все. Дом еще внутри обустроим. Там поставим зачаровальню. Кузню. Не кузню, а станок, короче, который чинит. Поставим алхимический стол. Я, правда, не знаю еще, как их все делать. Ну, я, в смысле, посмотрю еще, как делать все это. В Вики. Майнкрафт. Вот. Другое дело. Забора нет, правда, больше. Ну ничего, сейчас будет. Угу. Так. Здесь нужно огородить. Вот так вот. Здесь тоже, наверное. Лучше сделать таким вот макаром. Да, все. Хотя тут опять-таки, блин, вылезает земля. Не, ладно, давайте оставим здесь землю. А вот тут некрасиво получается. Вот это выкопаем. Все. Место под... Место под загон еще один. Готово. Ну почти. Забор нужно еще сделать. Так, а кто еще-то у нас там есть? Лошади, ну лошади это другое дело. А лошадей можно загонять, кстати? И что вообще? Как их вообще приручать? Напишите в комментариях, ребят, если кто знает. Это же недавно вышло обновление. Ну, в официальной версии. А с различными модами-то это было давно. Так, ладно, забор пойдем делать. Так вот, про лошадей. Как их приручить? Седло ведь вроде надо там. Так, у меня закончились. Закончились у меня березовые доски. Оп. 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 16 заборов. Маловато, надо покушать. 16 заборов, 16 заборов. Та-дам, та-дам, та-да-да-да-да-дам, та-дам. Закончился забор, та-та-та-там. Та-дам, та-дам. Та-дам, там, там, та-дам. Не лень бежать. Та-та-та-там. Та-там, та-там, та-та-ра, та-та-там. Та-там, та-там, там, там, там. Па-бам. 22 забора. Дать. Опять не то сделал. Отлично. Темнеет. Сахарный тростник я хотел посадить, кстати, еще. Вот прям вдоль берега так ж. Пока. А потом, может быть, как-нибудь по-другому сделаем это.
Нормально. Там еще есть место, кстати. Вон там вот дальше. Возможно, здесь можно сделать еще загон. А куда нам еще загон? Пока не нужен, вроде как. Ладно. Оставим пока все как есть. Пойдем поспим. Будем думать дальше, как дорогу огородить. И утро. Свинюшек можно перевести в другой загон. Я пока этим заморачиваться не хочу. Здесь все закрыто. Здесь такой спуск. Так, ну допустим. Как бы опять никто не подошел сзади. Да не, нахрена. Тут же у нас еще одна тропинка. Опять я эту же ошибку делаю, да чтоб тебя. Вот с этой стороны нам нужно огородить. С этой стороны, с этой стороны. А здесь, наверное, вот так вот. Имеет смысл, наверное. Так вот. Двойной поставить. Тогда дерево надо вырубать. Займемся этим. Так, деревце, давай-ка ты. Немножечко отойдешь в сторону. Земля есть, земля есть. Ать. А ладно, пускай будет. Ну вот так вот примерно. И вниз пойдет. Да, нормально. Ать. Промазал. А может один... Нет, двойной надо, да. Так вот. Получается. Кончился забор опять. Да чтоб тебе. Так, все. Нет, не все. Вот теперь все. 22 забора. 22 забора. 22. Мать его, забора. Тут пещера рядом. Как выйти-то потом нам отсюда будет? Или одинарный поставить, блин, что-то я уже сомневаюсь. Как-то двойной выглядит не очень. Хотя и защищает лучше, я понимаю это. Пауки все равно заползут. Да ну. Одинарный, короче, ставим. Одинарный. Так, это соединяет. Это оставим. Одинарный. Блин, что-то песни старые-старые лезут в голову. Не знаю почему.
Так, ну замечательно, нам хватит. Да, воды теперь, по идее, должно хватить. Как-то это выглядит все равно не так. А, ладно. Ну, по крайней мере, что-то. По крайней мере, пока так. Теперь с той стороны нужно отгородиться. С этой мы отгорожены, в принципе, здесь грядка у нас. Можно еще вот так вот. И все, и будет замечательно. Так. Можно будет перенести потом. Да и к тому же у нас вода здесь рядом совсем. Забор закончился снова. Верстак я там оставил, похоже. Ничего. Сейчас все сделаем. Такс. 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 Оп. И как раз. 32 забора. Теперь 32. Надо все это будет засветить еще как-нибудь, чтобы здесь не появлялись у нас на территории. Песок. Нет песка, есть земля. Оставим землю тут. Пока. Так вот. Ну что, у нас есть место тут для пристани. Сделать вот такую вот большую пристань. Так, пшеница почти вся выросла. Вот это вот мне не нравится, конечно. Так, а что у нас с той стороны? Так, вот где калитку будет сделать? Раз, два, три. Три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, три. Здесь делаем калитку. Вот здесь я хотел посмотреть, что у нас. Здесь у нас... Угу. Тут к нам могут запрыгнуть, если честно. С этой стороны ничего пока только с лицевой стороны дома обустраиваем все. Так, ну вот отсюда неплохо выглядит забор такой. И здесь все, это наша территория теперь полностью. Что угодно здесь можем делать. Лодочка стоит. Тут даже прикольно, сюда можно как раз для кораблей, для лодок оставить такое место. Выплываешь через, допустим, две клетки оставляешь здесь. Ну-ка. Это можно пока выровнять. Допустим. Вот так вот. И здесь. Оп, оп. Даже не здесь, наверное. А вот здесь. Раз, два. Тихо. Ну что? Ну-ка. Эй, она была затоплена. Бдынц. Чуть не упал. Можно сделать по-другому немного. Можно сделать забором это все. Это
ограждение забора можно сделать. Вот прямо из этого продолжать. Оп, оп, оп. Оп. Забор ставится на воде? Да, ставится. Ну-ка. А здесь тогда как? А здесь как, блин? Темно. Страшно темно. Так, с этой стороны, наверное. Так вот. Да. Не понял, где лодка. А где лодка-то? Странная хрень. Ладно, убираем верстак, уходим домой. Лодка исчезла. Сделать новую не проблема, на самом деле. Там могут появиться, блин, надо засветить все эти места для загонов, наверное. Факелов надо много угля. Куда лодка пропала, я не понимаю вообще. Мне дерева не хватит на новую. Здесь тоже надо выход продумать, если честно. А если честно, надо тут тоже выход продумать. Допустим, там у нас выход, а здесь будет... Здесь что ли? Нет. На одну клетку повыше. Допустим, вот. Тропинку тогда нужно до сюда довести опять. Березовые доски нужны снова. Здесь как довести? Вот так вот. Воу! Друг, ты что тут делаешь? Отлично. Ну вот и закроем эту дырку как раз. А, нет. Вот здесь ведь. Я пролезу хоть там на лодке. Интересно мне. Интересно. Что творю, сам не понимаю. Да ё-моё. Ну такая мини-пристань. Сюда тогда идет. Или два оставить. Ну вот так вот два, ладно, оставлю. Здесь тогда... нет, один надо оставлять. Или... Или два. Да ё-моё. Ну вот так вот. Здесь будет... А потом тропинка сюда идет так... Ну вот как-то так, как-то так. Угу. Так, отлично. Это все заполню я березовыми досками уже вне записи. Но я думаю, вы увидите,
Это завтра. Кто смотрит сразу же. Нон-стопом. Угу. Меня устраивает, ребят. Меня это пока все устраивает. Только вот забор здесь немного не в тему. Можно вот так вот закончить. Тогда уже. Блин. Закончился опять. Доски закончились. Все закончилось. Хватит на два забора только. Так. А нам два и нужно. Нет, нам все-таки третий, наверное, нужен. И легче сделаем, легче сделаем. Вот так вот. Вот, да. Так вот и сделаем. Здесь закрывать ничего не буду. Здесь все оставим, как было. Так, ну и вот здесь тогда спуск будет. Ну, лестницы, в смысле ступеньки. Отлично. Ну что, в следующей серии, не знаю, чем займемся. Пока не решил, подумаем. Возможно, пойдем за овечками, за курицей, чтобы все у нас было в наличии. Ну а пока, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете об этом заборе. И оставляйте лайки. И подписывайтесь, кто еще не подписался. Я вот прям здесь закончу. Всем спасибо, всем пока.